Сейчас мы приехали в семью, где два замечательных брата-близнеца, да, и их воспитывает, к сожалению, у нас ситуация не только есть мамы-одиночки, у нас есть еще и отцы-одиночки. Мама с ними не живет, и отцу приходится воспитывать их одному. И сегодня это город Ясиновато, я знаю о трудной и сложной ситуации в их семье, мы привезли два продуктовых набора. Вот один мы выложили, а второй еще в кульке. Это все было благодаря, возможно, замечательным жителям города Зарайска из России, которые жертвовали свои средства на концерте замечательной певицы, исполнительницы духовных песен Юлии Славянской. И вот благодаря этим средствам мы проведали вас. Ну, зная о том, что у нас канун Нового года, зная о том, что детки нуждаются в подарках, да? Сейчас мы им немножечко еще к тем конфеткам, которые мы им купили, еще маленькие новогодние подарки подарим. Спасибо. Держите. Спасибо. Огромное спасибо, люди, за вашу помощь и за то, что не забывайте жителей Донбасса, не забывайте вот таких деток. Скажите, то здесь вообще сильно часто стреляют? Ну, пока мы сейчас в перемирии. А вообще? А вообще, вот, конечно, 3 дня назад вот, на 103-й квартал как пролетело. А вам слышно здесь? Ну, конечно, слышно. А были рядом прилеты или где? Да, в 14-м году были прилеты, в 15-м были прилеты. Не долетало. По структурам. Тут же у нас горводоканал, рядом РЭС. Понятно. Ну, держитесь, а мы не забудем вас и будем навещать. Тут же надо держаться, потому что вот карандаша надо воспитывать. Путевку жить, да, пацаны?